Украинский средневес и обязательный претендент на пояс IBF Сергей Деревиченко узнал дату своего следующего поединка. Об этом сообщает ESPN. Деревиченко должен был встретиться с американцем Дашином Джонсоном 20 января. Но из-за болезни украинца бой был перенесен. Поединок средневесов состоится 3 марта в андеркарте боя Дуонтея Уайлдера и Луиса Ортиса, который пройдет в Нью-Йорке в Берклай-центре. Согласно сообщению Boxing News 24, Бопаром промоутер Василий Ломаченко окончательно определил с датой возвращения в ринг украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе. Источник уведомляет, что 12 мая Василий Ломаченко дебютирует в легком весе в поединке против Раймунда Бельтрана. Планы по организации поединка Ломаченко-Бельтран могут сойти на нет в случае, если мексиканский ветеран не сумеет завоевать титул 16 февраля в Рино. Раймундо Бельтран в поединке против африканца Паулюса Мозеса разыграет вакантный титул WBO в легком весе. Напомним, ранее ходили слухи о поединке Василия Ломаченко с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линареса из Венесуэлы. Компания Golden Boy Promotions, сопромоутер Линареса, категорически против боя 12 мая. На эту дату запланирован повтор реванша между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Всемирный боксерский совет WBC по случаю 55-й годовщины организации принял решение вскоре награждать титул не только чемпионов мира, но и их тренеров. Тренер – это тот, кто жертвует своей жизнью ради боксера. Они для подопечных словно родные отцы. Вместе мечтают, вместе работают. Поэтому и награждать за успех их необходимо также вместе с подопечным. Уже вскоре мы начнем такую практику, сообщил Маурисио Сулейман. 17 февраля, Манчестер-Арена. В главном поединке вечера пройдет полуфинальный бой всемирной боксерской суперсерии за титул суперчемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе между двумя представителями Англии – Крисом Юбингом-младшим и Джорджем Грувсом. Начало прямой трансляции 22:00 по московскому времени. Прямой эфир покажет телеканал «Матч Боец» и «Матч ТВ». 17 февраля – Дон Хаскинс, конференц-центр Эль-Пасо, Техас. В главном поединке вечера бывший чемпион мира Виктор Ортис встретится с экс-чемпионом мира Дивоном Александром. Этот поединок даст ответ на вопрос, кому же стоит дальше продолжить карьеру профессионального боксера, а кому стоит завершить выступление на профи-ринге. Начало прямой трансляции 18 февраля в 5:00 по московскому времени. 17 февраля Мандалей Бэй Эвент Центр. В главном поединке вечера экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия проведет бой против бывшего чемпиона мира в легком весе Брэндона Риоса. Начало прямой трансляции 18 февраля в 5:00 по московскому времени. А с вами был канал The Warrior. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, чтобы не пропустить очередные выпуски новостей.